где проходил фестиваль «Крылья», произошел теракт, короче. И две чеченские девочки взорвали себя, короче, и пострадало много народу. Погибло 20 человек вроде, и еще сколько-то находится сейчас в больницах. Вот, и мы, короче, свое выступление хотим посвятить жертвам этого теракта. Какая песня? Песня называется «Мой новый день». Yeah.
Он чуть-чуть высокий, брать. Он же простой. Называется синдром Жиля-Делитурета. По возможности, пожалуйста, курите в зале поменьше. Было бы очень приятно. Ради вас я не буду курить вообще. Спасибо. Можно чуть-чуть высоких стакалов чуть-чуть убрать? Спасибо там, пытающимся танцевать. Будьте добры, пожалуйста, свет как-то уравновесьте, и пускай он так и будет все время. Чтобы он не моргал нифига. Если можно, спасибо. Следующая песня называется «Изолят». Надежда, 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 над
Молчи! Давай! Спасибо, извините, тут технические накладочки. Да ладно,
Нормально, да. Давай. Ну, мужа, мой Андрей. Давай. Thank you.
третий последний называется «Октябрь 23». Спасибо. Встречайте, Лайдай группу.